Сейчас это как-нибудь Валерия Витальевна нарежет из того, что я наговорю. Машина нас подвела, но мы как бы это вроде бы держимся. Даже какой-то экспириенс. Друг за друга. И еще даже не развелись. Не развелись. Да. Блин, почему так сложно? Там дают полотенчики, здесь нет. Привет вам из вагона. Чешские линии, ЖД-линии. Мы купили билеты в купейный вагон. И оно офигенно интересное. То есть, по сути, здесь на 6 человек мест. И полки очень интересно трансформируются. То есть вот эту полку, она вообще убирается. И становится такая спинка с такими вот подголовниками, ну, которые мы там не стали даже опускать, в принципе. Либо это может быть полноценная кровать такая длинная. Но мы пока тоже, она нам не нужна, у нас же всего четверо. Но детям тут лазить вообще офигенно. То есть такая лестница съемная, которую можно убирать. Вот такие столики, которые можно индивидуальные тоже убирать, прятать. Тут такая урночка, ну, там выдвигается, в общем. Все это шевелится и очень удобно. И для русскоязычных, кто не сильно шпрехает в английском, немецком и чешском, вот эта синяя табличка, там есть мануал на русском языке. Все расписано, объяснено, что вам лучше делать и как лучше делать. И приходит бортпроводник, обязательно тоже это объяснял, но уже стюард. Но он уже это говорил на английском и на чешском. Ну, естественно, мы сказали, что мы там все прочитали, все в порядке. Отдали ему билеты. Дверь закрывается на чеколду, тут тоже окно, но мы вот решили так уединиться, можно вообще ее не закрывать. Открыли окошечко, потому что довольно жарко было, и вот такой кайф. У меня опыт был лишь только на плацкарте российском и грузовой поезд. Смотри, где Лука. Ну, разница, конечно, колоссальна, но я не ездил на российских купе и не видел там всех прелестей. Наверное, там что-то типа того же, а может быть и лучше, а может быть и хуже. Ну, не знаю. Там полотенчики дают, а здесь нету. Там дают полотенчики, здесь нету. Много лампочек, все они работают, все включаются. Стюарт очень вежливый, мы друг друга поняли. Он забрал у нас билеты, сказал, мы их отдадим, как вы только закончите поездку. Все окей. И он пожелал спокойной ночи и всего доброго. Обошлось нам это, бля, сколько? 165 евро или 4300 с лишним крон. Мы вначале думали сесть на сидячие места или вот на такие лежачие. Разница небольшая, что-то в 10 евро вышло, ну, в смысле, на всех. Решили, естественно, в купе залезть. Но посмотрели на сидячие места, они вообще не такие, на которых я ездил. Миленько. Да, более-менее. Они расположены друг к дружке, очень странно. Идет пустые стены. Ложка. Так рано. Под дождем все развалено. Как тебе путешествовать? Там должен быть водитель.
Да. Телефон заряжен. Да, робот. Я робот. Я робот. Ты мамку снимай. Ноги его. Если вы видели двадцать фриков, идущих в Варшаве, знаете, это мы. То то и так было с такого повода, чтобы себе под... Концертный зал. Что ты там нашел? А потом разберемся. Я даже лову не стабила. Классное ощущение. Слушайте, походите босиком, пожалуйста, по асфальту. Дождь. Лука видит цель. Еще кроме вот этого, Лука видит цель вон там. Музей техники. Давай узнаем. Музей техники. Как надо посмотреть, какого года постройка. Мы тут шутили, что очень выглядит старенько, как будто давно построено. Или некачественный кирпич. Вкусненько, да, это попкорн лука. О, и мама Мия тут. В рюкзаке все нормально. У тебя кеды на рюкзаке, все нормально. Ну, все, у меня есть, как тебе не больше. Кинозал офигенный. Мы посмотрели «Мама Мия» на английском языке с субтитрами польскими. Было классно. Ну, не знаю. Актеры, конечно, молодые, они не так хороши, как первая «Мама Мия», но все равно очень клевенько сыграли, очень музыкально. А главное, вот этот зал. Кто был в кинотеатре «Победа» в Новосибирске, может, наверное, передать вот эту же атмосферу такой древнего красивого здания. Ну, насколько древнее? Мы с Валерией тут оцениваем, что ну, лет ему 50, может быть, 70. Ну, выглядит неплохо. Потому мы пошли именно сюда, в этот красивый дворец. Немножко уже подоблез же. Подоблез, а? А, я там фотографировался. Его дата производства. Ну, такой. Очень нехилый. Да, это главное не трогать. Ну что, пойдемте, оладушки мои. Это не скульптура Лукоши. Это произведение искусства. Старенький такой. Бауэр. Ну это какой-то, знаете, чуть ли не ламповый. Не чуть ли, а скорее всего ламповый аппарат. Это похоже на клаубор. То есть совершенно аналоговый это прибор. Это клаубор. Тысяча девятьсот
59-й год. Вот это же, блин, нагрегать еще. Ну, холодно. Слишком тихо говорится в твоих ушах. Я слышала, ты ревел, как девчонка. Ну, так что поделать? Есть немножко. На старости лет совсем хлипким стал. Да. Дерево.